Добрый вечер всем, с кем мы не успели всем поздороваться. Мы предлагаем начинать, несмотря на то, что я вижу, что еще не все пришли, кто они хотел. Они вот будут заходить в это время. Да, вот раз. Я вижу, Миас едет. Нам отсюда больше видно. Нам до входа видно, кто заходит. Да. Нам очень приятно, что вы сегодня пришли разделить с нами этот вечер. И даже не только пришли, но и приехали. Мы знаем, что здесь есть люди из других городов. Это так приятно. Вот. И на самом деле хотим мы начать с песни Яны Симон, которая, ну, в общем-то, про жизнь, про нас с вами, про любовь. Хочется малиновых губ, хочется рябиновых бус, чтоб стоял бревенчатый сруб, и вода сластила на вкус, чтобы не будили дела, чтобы не будили звонки, чтобы встать, в чем мать родила, и с порога в лес напрямки, чтоб по левую руку сосна, а по правую руку ольха, чтобы за зимою весна, да гармонь тянула меха, чтоб не унывали с тоски, не ломали дров сгоряча, чтоб твоя щека у щеки и твое плечо у плеча. Мне на этой сложной земле хочется попроще судьбы, чтоб ломтями хлеб на столе, чтоб колечком дым из трубы, чтоб друзья, нагрянув гуртом, загасились в доме у нас. Счастье не бывает потом, счастье только здесь и сейчас. Гостились в доме у нас. Счастье не бывает потом, счастье только здесь и сейчас. Скажите, пожалуйста, а можно быстро так похудеть? Вот я, мне так казалось, что мне так хорошо висела гитара, когда мы тут настраивались. Сейчас я понимаю, что мне ремень велик. Худей. Она просто репетировала в пальто. Но до этого-то я репетировала без пальто. Без пальто. Песня Ольги Качановой. Маша, я, наверное, выучила слова, можно подпевать. Я когда первый раз ее пели, Маша начала подпевать, а я слов не помню. Я на нее рыкнула, говорю, ну мне как-то обидно. Ты поешь, а я нет, вот здесь на сцене. Надеюсь, что выучила. Я не похожа на жену поэта, за мной не увиваются дантесы, и, может быть, отместку мне за это. Ты не похож на мужа моей поэтессы, не хочешь ты ни славы, ни покоя, тебе не нужно ни войны, ни мира, и, может быть, в отместку за такое. Я не похожа на жену банкира, но все равно, и мне охота на исходе дня, чтоб ты устроил праздник для меня. Мы так устали, давай возьмем бутылочку французского вина. На ней от пальца вмятина видна, король оставил. На жену вельможи не похожа, мне жалко тратить время на фуршеты. Ты, слава богу, тоже не вельможа, живут недолго при дворе поэты. Все от того, что с ними нету сладу, сначала лесть, потом дуэль и ругань, как правило, им подсыпают яду, а заодно бокалы их супругам.
потому прошу тебя во избежание бед. Давай устроим праздник тет-а-тет, да мысль простая. Возьмем с тобой бутылочку французского вина, на нет пальца вмятина легла, бурбон оставим. Следы от пальца — это слишком смело, нам не понять таких неугомонных. Я не похожа на жену Отелло, ты не похож на мужа Дездемоны. Молилась на ночь, а листок бумажный спалила со стихами на огне я. Оставить след, конечно, это важно, но не оставить, может быть, важнее. Давай пройдем, как лето без билета налегке, оставив только след руки в руке, да пару строчек. Возьмем с собой бутылочку французского вина, на нет пальца вмятина видна, след одиночек. И потому прошу тебя во избежание бед, давай устроим праздник тет-а-тет, да мысль простая. Давай возьмем бутылочку французского вина, на нет пальца вмятина видна. Король оставил. Даже не знаю, что сказать. Я вот вижу, что не приехали любители следующей песни, но они сами виноваты, все пропустили. Дмитрий Бекчентаев. Оля, она говорит, потому что я пью воду. Оля попросила нас меньше говорить. Вы знаете, вообще это да, это очень здорово, потому что... Нет, просто надо попить воды. Вы знаете, у нас такие замечательные зрители. Они нам запрещают говорить, разрешают только петь. Так что если вдруг мы между какими-то песнями что-то не сказали, не пообщались с залом, имейте в виду, да, вот. Милый мой друг, мой супруг незаконный, я умоляю тебя и кляну, сколько угодно целуй незнакомок, всех полюби, но не надо одну. Сколько угодно целуй незнакомок, всех полюби, но не надо одну. Это несется в моих телеграммах, стоном пронзив за страною страну. Сколько угодно гостей в этих странах, все полюби, но не надо одну. Сколько угодно гостей в этих странах, все полюби, но не надо одну. Милый моряк, нагуляешься, свистни в сладком плену или идя ко дну. Сколько угодно шути своей жизнью, не погуби только нашу одну. Сколько угодно шути своей жизнью, не погуби только нашу одну. Thank you.
Спасибо. Вообще дискуссия старые и новые песни петь тоже имела место быть в последнее время. Но мы не будем говорить, потому что нам нельзя говорить. Вот. Оль, ты поняла, что мы троллить тебя будем весь концерт. Мы нашли, ты просто дала нам прекрасный повод. Мы нашли себе, да, с кем разговаривать. На самом деле, перед следующей песней я прямо Олю попросила слово. Я хотела сказать, во-первых, как раз по поводу новых и не новых песен. Так получилось, что каждый концерт мы все равно, вот это случайное, кстати, число так получилось, по 5 песен новых делаем. Вот, старые-то тоже, в общем-то, девать некуда, хочется петь все. А потом внезапно появляется 6-я, да? Нет. Нет? Нет. Ну ладно. 5. Хорошо. Вот, а в этом году, когда мы уже подготовили эти песни, я как бы нашла такую закономерность, интересную, с Олей поделилась. У нас в этом году все 5 новых песен, авторов, которых мы никогда не исполняли. То есть это авторы в нашем репертуаре новые, хотя и всем известные авторы, но мы ни разу этих авторов в свой репертуар не брали. Это вот первое. И второе интересное замечание, они все мужчины. Так получилось. Вот. Это как раз нам уже привычно. Вот. Тут ничего удивительного нет. Поэтому следующая песня Александра... Чуть-чуть не сказала Розенбаума. Городницкого. Александра Городницкого, вот, когда я услышала, почитала слова, Оля послушала, нам понравилось. Оля говорит, а ты знаешь, кому посвящена? Я говорю, а мы никому не скажем. А потом начали петь, вот, не знаю, не советовалась с Олей, но я лично переосмыслила и поняла, что надо сказать, потому что слова вообще по-другому воспринимаются. Эту песню Городницкий посвятил любимой женщине Владимира Маяковского, Лили Брик. Эту женщину напрасно полюбил ты навсегда. Эта женщина не праздник, эта женщина беда. Черный смерч над черной глубью ходит тучи теребя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Печали, попадая к ней в гарем, ей бессонными ночами не придумывай поэм. Позабудь про эти губы, славной жизни не губя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Что не дашь, ей будет мало, не умереть эту прыть. Будешь вечно с кем попало эту женщину делить. Над тобой смеются люди, сплетни громкие трубя. Женщина не любит, но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Солнце движется по кругу, листья падают в траву. Ты искал себе подругу, а нашел себе вдову. Будут бить потомки в бубен о судьбе твоей скорбя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя.
Опоздал. Мы тебе уже спели песню. Ну, следующая тоже старая песня. Старая. Ольга Качанова. Мы не говорим. Все, не разговариваем. Ля минор. Ля минор. Все. Междугородние романы опустошают нам карманы, опустошают кошельки, междугородние звонки опустошают нам сердца неотвратимостью конца. Не верим с севера и юга однажды обрести друг друга. А поначалу так легко, светло и радостно и звонко, быть барабанной перепонкой, жить в ожидании звонков. Но так свободны вечера, и пуст как дом почтовый ящик, разлуки сводная сестра, неверность дальняя маячит. Уже не так просты, все тяжелее разлуки бремя, междугородние мосты уже подтачивает время. И в зимних муторных утрах она назойливей и ярче, неверие кровная сестра, неверность близкая маячит. Междугородние романы, междугородние романы опустошают нам карманы, опустошают нам карманы, опустошают кошельки, опустошают междугородние звонки. Но есть страшнее нищета, последний огонек потушен, а телефонные счета еще летят по нашей души, еще летят по нашей души, еще летят. Скажу. Вообще, знаете, у нас получился такой вообще очень лирический концерт в этот раз. То есть вот, и знаете, ну, мы действительно за 23 года выучили столько песен, все хочется петь, и мы, когда составляли программу, то есть вот это уберем, нет, вот это оставим, вот это, и вот оно все остается, и есть песни, от которых мы просто не смогли отказаться. Вот следующая из этой серии. Ольга, ой, нет, Наталья Дудкина. Вереницы, дома, пароходы проплывут по дождю, по воде. Подождем подходящей погоды, чтобы вместе на солнце глядеть. Снова тромбами листьев забит водосток, и в артерии улицы входит поток, будто зонт или скальпель. Не смещение сфер, не всемирный поток, это просто сезон сбора капель. Это тучи роняют на землю плоды, это время исхода небесной воды. Это способ понять, что не будет беды. Наше лето выходит на коду, бьется громом изломанный ритм. Подождем подходящей погоды, чтобы солнце друг другу дарить.
ноты слова, чтобы не разучиться тебя целовать до утра, провожая. Ты простишь, даже если не буду права, это просто пора. Урожая, это плата за счастье проснуться с тобой, это время принять уходящую боль, как прощение, наверное, это любовь. Снова тромбами листик забит водосток, и в артерии улицы ходит поток, будто зонт или скальпель. Не в смещении сфер, не всемирный потоп, это просто сезон. Сбора капель, это тучи роняют на землю плоды, это время исхода небесной воды, это способ понять, что не будет беды. Это же не самые грустные песни, да? А следующая будет повеселее. Нет, это шутка. Там есть целая одна смешная фраза. Нет, песня философская. И первая в нашем концерте нашего любимого придворного поэта Игоря. Это Оля мне тональности напоминает. Да. Нелегко Буратино в своем обличье. Буратино слишком от всех отличен и поэтому нелюбим. В нашем мире нетолерантно деревяшки без вариантов, раздражающе быть другим. Нет, его иногда даже привечаю, притворяясь, что носа не замечаю, как диковину ради моды. Руку жмут, даже после занозы терпят, и его пред своими гостями вертят. Вот бывают живить уроды. Он скрипит суставом в гостиных залах, издавая сильный смолистый запах, понимая, что эти все даже кончика носа его не стоят. Утопиться бы, да ведь он не тонет, будет плавать во всей красе. И одно лишь спасает в чумном угаре, синечелкую девушку встретил в баре с потеряшкою пудельком. И еще был парнишка в рубашке белой, им не важно, что он с деревянным телом, Буратино и нос торчком. Их ничуть не пугает между ними разность, они даже считают, что это классно, одинаковость им скучна. Они стали друзьями каким-то чудом, и теперь этой дружбе не весь откуда, убиваются до пьяна. Для общения им не нужны усилия, хоть друзья бывают такие свиньи, несерьезные, все бы ржать. Но за то, что уверен, они не кинут, что в лицо все выскажут, а не в спину, можно минусы им прощать. Буратино живет среди незримых нитей, навещать по бугарлам Альвину видеть, спорить ночь напролет с Пьерон. Ну а те, для кого он забава с носом, пусть живут и решают свои вопросы вдалеке от его миров. И друзьям не очень-то интересно, из какого, скажем, ты слеплен тесто,
или вырублен топором. Есть у них своя вот такая общность, да, в которой и есть смысл жизни в общем. Только это поймешь потом. Даже если поймешь потом. А дальше должен быть тост за друзей. Нету тоста? Ну ладно. Дальше веселая песня. Ура, первая веселая песня. Ну, может, она, конечно, и не веселая. Но я предыдущая тоже была веселая. Может быть, для тех, кто ходит ко мне на тренировки, она не очень веселая. Когда они отжимаются. Самое, знаете, что интересное, что на самом деле у меня есть музыкальное образование, я знаю нотную грамоту, но после того, как я закончила музыкальную школу, играя на гитаре, я не играю как бы по нотам, да, и вот эти все ля, ре, вот для меня тоже иногда бывает загадка, но я понимаю, что тут, скорее всего, те бемольчики, которые должны быть в ре миноре. Ладно, говорил, поехали, фа. Мы так легки и удивительно прекрасны. В душе уверенность, во взгляде снисхождение, и в окружении фантазий сладострастных идем через восторг и восхищение. Так, девушки, закончить медитацию. Сейчас прыжки, потом растяжка и в партер. Попробуйте по 30 раз отшаться всем на весы, на тестовый замер. И выходите с тренировки окрылённою, красивой, энергичной, молодой. И не забудьте про диету обновленную. Три зернышка пшена запить водой. Но вот зачем мы жмем тяжелые гантели и тянем ножки, как в кардебалете, чтобы прохожие от нас остолбенели, а этот тип, что на диване, не заметил. Так, девушки, закончить медитацию. Сейчас прыжки, потом растяжка и в партер. Попробуйте 140 раз отжаться всем на весы, на тестовый замер. И не придем из зала кошкою контуженной, выходим прямо. Не забудьте вечерком сварганить маску из остатков ужина, а утром повисеть под турником. Скопление мужчин проходим мимо, на приставание только глазками блестим. Таинственно, но непоколебимо, всех можем, но не всякого хотим. Фа! Понапридумывать в параллельных тональностях. Любим это. Ура! Спасибо, Миша. Слово йоги! Спасибо вам, девочки. Положи, пожалуйста, туда. Я посмотрела, что следующее. Да, я еще. А следующую мы песню тоже готовили к этому концерту. Из тех самых пяти. И та самая написанная мужчиной. Так получилось, что песня зимняя. Кому жарко, приятно охладиться. Но на самом деле у нас получилось целых две зимних песни. А что делать, если мы только весной концерт устраиваем? Да, но на самом деле она не слушается зимней, но посвящена она действительно Татьяниному дню, 25 января. Календарным теплом не согреешься, коль оделся не так, жди тебе. Ну скажи мне, на что ты надеешься среди этих потоков воды? Горизонты украсились далями, облака высоко поднялись. Наши души на солнце растаяли, но в один ручеек не слились. Наши души на солнце растаяли, но в один ручеек не слились. Мы с тобой неустроенно молоды,
И пока как живется, живем. На январском пронзительном холоде мы немного согрелись вдвоем. Нам казалась зима бесконечною, и казалось, что нам повезло. Ах, какими мы были беспечными, за любовь принимая тепло. Ах, какими мы были беспечными, за любовь принимая тепло. Ветры новых надежд с нетерпением обрывают непрочную связь. Ты глядишь на меня с удивлением, и здесь сны, и свободы боясь. Закипает в глазах небо синее, лучик желтый бежит по стене. До свидания, тепло мое зимнее, и удач в наступившей весне. До свидания, тепло мое зимнее, и удач в наступившей весне. Еще одна новая песня. На этот раз Булата Куджава. Ну, мы тут решили, что пора экспериментировать. Даже не знаю, что рассказать, все видно. Как там это в дни радио, да? Там что это такое готовится там? Что это такое несут? Укладывают, поднимают, меняют. В общем, мы решили попробовать разные инструменты сегодня. Я решила вспомнить, что я когда-то играла на скрипке. На самом деле это было очень-очень давно, почти что 30 лет. И знаете, на самом деле такой, ну, скрипка такой инструмент. Вот на гитаре можно 10 лет не играть, потом взять и сыграть 3 аккорда. А скрипка немножечко другой инструмент. Ой, она больше. Ну, нет. Она требует все-таки умения и мастерства. Ну, вот как получится. Оля, это я просто пила воду. Непокорная голубая волна, все бежит, не кончается. Море черное, словно чаша вина, на ладони моей все качается. Море черное, словно чаша вина, на ладони моей все качается. Я все думаю об одном, словно берег надежды покинувший. Море черное, словно чашу с вином, пью во имя твое, запрокинувши. Море черное, словно чашу с вином, пью во имя твое, запрокинувши. Неизменное среди многих морей, как расстаться с тобой, не отчаяться. Море черное на ладони моей, как баркас уходящий качается. Море черное на ладони моей, как баркас уходящий качается.
Следующая песня на стихи Игоря Юдовича. Одна из первых песен. Подождите. Посвящается всем женщинам, сидящим за рулем. Как символ пламенных страстей берет уверенно и нежно переключатель скоростей моя изящная рука. Я нажимаю на педаль, врубаю первую небрежно и уношусь куда-то вдаль, и уношусь куда-то вдаль, забывши сняться с ручника. Мне расстояние не в счет, я побираю километры, и пусть из-под капота прет взрывная мощь моей оки. Мы были б счастливы до слез, нестись, сдуваемые ветром, когда бы не вились у колес, когда бы не вились у колес. В своих машинках мужики, у них у каждого сидит внутри непризнанный шумахер, и хоть уверенный на вид, сплошные комплексы в мозгах. И мне рассказывал один голубоватый парикмахер, что чем длиннее лимузин, что чем длиннее лимузин, тем меньше гордости в штанах. Мне не мешает дальтонизм и невнимание к разметке, а мой всегдашний оптимизм. ГИБДД приводит в раж, не видеть задний вид зачем? Ведь я немножечко кокетка, и в зеркала смотрю за тем, и в зеркала смотрю за тем, чтобы проверить макияж. А пешеходы молодцы, уж не юны, зато проворны. Куда ж вы прете, храбрецы, наивно веря в светофор? Мой стиль один, дави на газ, а тормоз — это же позорно! Да можно средний свет не раз. Я успевала до сих пор, пусть вера в то, что я права, со мной прибудет неизбежно. Пусть греют душу мне права с моей верною окой, ждут сто дорог и сто путей, когда уверенно и нежно переключатель скоростей беру изящной рукой. Выдает, что на скрипке, что на гитаре, да? Вообще. Знаете, я поняла, что мы не объявили авторов, вот календарным теплом не согреешься, это Константин Тарасов. Только одну не объявили? А Куджаву ты объявила? Да. А я не слышала. А я? А потому что ты гитару брала. Я сейчас тоже пить захочу. Просто я, когда пела предыдущую песню, поняла, что у меня высохли зубы, и у меня губы цепляются об зубы, я не могу петь. Какие подробности? Вообще. Ну я вообще не знала, что такое возможно. Я думала, просто пить хочется. Александр Розенбаум. Гончарный круг тихо пел, рано поутру
табурет стал им звездам. Ты вертись, крутись, мое колесо, не нужны мне ни вода, ни песок. Напоит людей росой мой кувшин, мой серебряный кувшин. Будет легким он, как крик птичьих стай, и прозрачным, будто горный хрусталь, тоньше тонкого листа у осин будет лунный мой кувшин. Годы шли, спину сгорбили, круг скрипел, ветры гордые взвив, затихали в пальцах покорно. И смеясь, а что худого в том, люд кричал, сумасшедший он, но им в ответ шептал старец вздорный: ты вертись, крутись, мое колесо, не нужны мне ни вода, ни песок. Напоит людей росой мой кувшин, мой серебряный кувшин. Будет легким он, как крик птичьих стай, и прозрачным, будто горный хрусталь, тоньше самой тонкой струнки души будет лунный мой кувшин. Кто осудит сам, раз в сто лет чудо сбудется, и засверкал кувшин круторогий, полон был до краев водой, голубой ледяной росой. Пей, путник он стоит у дороги, и теперь зависть белая, теперь люди веруют, и чудеса в цене потеряли. А дожди грустной осенью с неба ветром доносят нам лишь обрывки песенки старой. Ты вертись, крутись, мое колесо, не нужны мне ни вода, ни песок. Напоит людей росой мой кувшин, мой серебряный кувшин. Будет легким он, как крик птичьих стай, и прозрачным, будто горный хрусталь, тоньше тонкого листа у осин будет лунный мой кувшин. Очередь пить, а Олина говорить, она занята. А, ну, песня про женщин. А я мне можем закрывать. Посвящается всем блондинкам. Я бы всем женщинам посвятила, я не блондинка. Не знаю, у меня вот тут написано блондинкам, это так автор назвал. Я бы тоже посвятила. А, ну всем. Ладно, автор. Представьте вечер и приятную компанию, и мы такие, что не можно глаз отвесть. Мужчины меряются знаками внимания и расточают нам шампанское и лесть. Но только вякните про спорт или политику, немая сцена, только Гоголю писать. И декольте, и макияж наш соблазнительный уж никогда не смогут снова заблистать. Какая мука ожиданиям соответствовать, съезжает крыша от усилий на пикрень.
быть сразу умной и красивой неуместно нам. У всех от этого расстройства и мигрень. Другой пример: на вас напало озарение, мозги в хорошенькой головке все же есть. И вот доклад достойный Нобелевской премии вы на симпозиум приехали прочесть. И выходите с открытием нешуточным. Немая сцена, только Гоголю писать. Ну разве может эта прелесть в мини-юбочке чего-то умное собравшимся сказать? Нам амплуа нельзя не путать и не смешивать. В одном флаконе жир и фэри не живут. Быть сразу умной и красивой просто грешно нам. Одни достоинства не все перенесут. Вот так и крутимся то страшными, то дурами, что были к месту выражения и фасон. Приспособляемость у нас на высшем уровне, и маскировка отдыхает хамелеон. Ведем себя, чтоб совершенство не пугало всех. Свободно можем, пряча лишние черты, быть серой мышкой на фондовом анализе и глуповатой королевой красоты. И в общем, незачем жалеть о том, что поровну талантов разных нас Всевышний навешал. Быть сразу умной и красивой — это здорово. Но чтоб вокруг никто об этом не узнал. Знаете, так здорово, когда люди смеются, вообще просто хохочут. Ну и подпевают тоже неплохо. Да, подпевают вообще великолепно. На самом деле мы готовы заканчивать первое отделение нашего концерта. Готовы начинать антракт. Мы в конце первого отделения тоже поставили новую песню. Сразу говорю, последнюю мы поставили просто потому, что мы после нее очень устаем. А песня Геннадия Балахнина. В жизни то густо, то пусто, радость, а рядом беда. Нынче игра, а на завтра капуста, разных проблем чехарда. Гром среди ясного неба, думаешь, все обречен, будто голодному корочка хлеба друга поможет плечо. Если ты веришь еще в чудеса, ставь эти мысли подальше в музей. Время придет, догадаешься сам, что невозможно жить без друзей, что невозможно, нет, невозможно, что невозможно жить без друзей. Вечная тема искусства, крылья полета мечта, и как прелюдия нежного чувства щедро живет красота. Доллары, евро и фунты можно считать вновь и вновь, но расщепляя часы на секунды, всем миром правит любовь. Если сегодня тебе не до сна, эти мгновения жадно лови. В душе однажды приходит весна, и невозможно жить без любви. И невозможно, нет, невозможно, и невозможно жить без любви. Время, оно не жестоко, много поймет и простит. А человеку всего нужно столько, сколько он в сердце вместит. Много мгновений прекрасных сыплет листвой календарь. Жизнь хороша, если все не напрасно, и о прошедшем не жаль. На этот мир, утонувший в делах, можно другими глазами смотреть, и станет больше добра, а не зла.
И невозможно песен не петь. И невозможно, нет, невозможно. И невозможно песен не петь. И невозможно, нет, невозможно песен не петь. Спасибо. Спасибо. Отдохнем. Давайте отдохнем, да. Ну, я уже готова, да. Ну, нам вообще говорить запретили. Оля, ты вообще большая молодец. Это прям вот... Вот знаете, на самом деле... Да, если хочешь стать знаменитой, общайся с артистами и критикуй их. Правильно? Рад с предложением. Инга говорит, это была не критика. Конструктивное предложение было. Не критика. Про тебя, Оль, все про тебя. Ты сегодня проснулась знаменитой. Ну, похлопайте, похлопайте, пожалуйста. Подключаться будешь? Надо? Надо. Да, пока Инга подключается, я подсмотрела, что мы тут сейчас будем петь песню Елены Бушуевой. И, наверное, тоже стоит сделать объявление, потому что вообще так вышло, что у нас прям чуть ли не в один день должен был быть концерт. Но девочки пошли к нам навстречу и перенесли свой концерт 27-го, да, Маш? 27-го, а где? Они куда-то перенесли на Теплотех. В аудитории в Теплотехе Екатерина Романова и Елена Бушуева, песню которой мы сейчас для вас споем. Ля минор. Ты можешь мне прекрасная тональность вообще. Видно мне судьба прыгнуть льву на спину и таскать за хвост и трепать за гриву и смотреть в глаза и чесать за ушком. Вам-то все игра, хороши игрушки, где уж тут играть, когда полный выдох, когда каждый день на сплошных обидах, когда небо вдруг перестало сниться. Ах, не дай-то Бог вам на мне жениться, вам пришлось бы стать флебустьером страшным, доставать меня из забытых башен, выручать меня с кораблей попутных, уводить меня от друзей минутных, отучать меня от дешевой скуки, получать меня с чьих-то рук на руки, искать меня по большим отелям, доставать меня из чужих постелей, хлестать меня по щекам бесстыжим, по глазам моим неподдельно рыжим, и пугать меня флебустьерским словом, и любить меня с каждым часом снова. На воздушный шар, на хромую клячу, все равно куда, лишь бы быть бродячей, лишь бы небо вдруг перестало сниться. Ах, не дай-то Бог вам на мне жениться. Ведь в руках моих часто бьются чашки, не смогла бы вам я стирать рубашки, не смогла бы жить под настольным светом, собирать всю жизнь по осколкам лета. Я не злюсь и вам не пристало злиться, ах, не дай-то Бог вам на мне жениться, свой воздушный шар вряд ли я забуду. А любить всю жизнь я и так вас буду. Вообще, мне пришла мысль устроить соревнование между новыми и старыми песнями. Ну, вот здесь где-нибудь. Какие легче запомнить, какие легче испортить, которые плохо вспоминаются, старые, или которые трудно заучиваются, новые. Константин Арбенин. Слушайте, а можно я похвастаюсь? Мне вот прям, знаете, мне было очень приятно. Хвастаться можно, говорить нельзя.
Константин Арбенин нашел нашу запись вот этой песни на просторах интернета и, знаете, написал сообщение, что поблагодарил за то, что вот ему очень хотелось, чтобы эту песню именно женщины исполнили, и поблагодарил за бережное отношение и вложенную душу. В общем, женщины исполнили. А соль и серый. Она жует на рассвете и слушает петлов поутру. Она живет в интернете на сайте одиночества.ру. Она теряет часы и собирает минуты. Она живет по каким-то нездешним часам. Она приходит с работы и сразу в компьютер. Она не верит другим чудесам. Друзья, это Ники, мужчины виртуальной мечты. На кухне грязной посуды, курган непочатый и безо всяких последствий рассыпана соль, но ей на это плевать. Она ходит по чатам и пишет письма под ником Ассоль. Она плетет паутину, она подстерегает его. Она, конечно, блондинка, ей нет и 21. Она не терпит жлобов и не выносит лентяев. Ей нужен тот настоящий, что сыщется сам. В ее ушах Макаревич, секрет и Митяев. Она не верит другим голосам. По теме, что толку вспоминать о былом? 36-й день рождения, так бесприютно, когда никто не приходит, и все позади. Она себе подарила вот этот компьютер, и жизнь опять начала с 20. Постой, жизнь мимо не проходи. Он здесь, он тоже один в сети. Они опять заблудились, как дети. Им не порвать эти взрослые сети. Задай правильный вектор и подай попутного ветра его парусам. А дальше он сам, и пусть судьба обойдется без спецэффектов, пускай доверится чудесам. Одиночества нет. Она закроет компьютер и кончится спячка, а за окном выпал первый пронзительный снег. И там на белом снегу живым курсором маячит давно обещанный ей человек. Тот, что с ее эталоном, что с ее схож эталоном, только в малом, они вдвоем говорят на одном языке. Мужчина в сером костюме и в галстуке алом с изгибом желтой гитары в руке.
Говорить не буду, но следующая песня этого же автора. Пройдут денечки теплые, девчонки станут тетками, и снег уснет за стеклами до будущей зимы. А с нас с тобою станется, а мы не будем стариться, и сторицей отдарится то, что дарили мы. Нам много дано, и отмерено много, свеча на огне, путеводная нить. Пороги станут мирными, герои станут мифами, и трещины эфирные пройдут по временам. А с нас с тобою станется, а мы не будем стариться, и сторицей отдарится подаренное нам. Нам много дано и отмерено много, наука терять, искусство дарить. Постой у дверей, мы минуту пошепчемся с Богом, кого мне за благо поблагодарить. Спасибо Константину Арбенину. А мы возвращаемся к нашему автору. И песня была новая еще в позапрошлом году. Это значит уже старая. Песня посвящается всем мужчинам с марта по май. На часах полвторого я знаю, что не время орать под окном. Но кричу и кричу, дорогая, я вернулся, пусти меня в дом. Это дом, где любовные песни я мурлыкал тебе на ушко, где мы были так счастливы вместе и где ты мне чесала брюшко. Мартовским теплым деньком, когда в поисках жизни привольной я ушел без вещей босиком, и разрушив домашние рамки, я навстречу рванул на резине и облезал ее рыжие самки. Поначалу понравились мне.
здоровый мужчина, инстинкты берут меня в плен. Только в этом, поверь мне, причина ежегодных весенних измен. А теперь, когда май на исходе, нагулялся и тянет домой, я надеюсь, любовь не проходит, но не дверь, так окно приоткрой. Ты, надеюсь, не кормишь колбаской никаких посторонних котов. Стосковалось о брюхо по ласке, здесь его не почешет никто. Ты, услышав мою серенаду, окатить из ведра не спеши. Мне ведь многого в общем не надо, если сможешь, впусти, почеши. Снова новая песня. Но теперь у нас немножечко другой эксперимент. Да, нам вот, знаете, мало двух инструментов. Нам надо 4 на двоих. Но в отличие от Оли, которая закончила музыкальную школу, я только учусь, поэтому очень страшно. Если не получится, значит не получится. Валерий Боков. Чашка кофе, милый профиль, желтая свеча. Тают этой ночи крохи, ходики стуча. Язычок свечи качает тени на стене. В такт мелодии печальной о тебе и мне. Распахни пошире шторы, будет нам видней, как причудливы узоры на твоем окне. В мире фантастичных линий, как они легки, акварели бело-синие по стеклу мазки. Новогодней этой ночью снежно на земле, и в морозном узорочье вижу на стекле. Это мы с тобой, как птицы в синем высоке. Удивление на лицах и рука в руке. Слюдиной страны странные поплыли под тобой и мной. За рекой тоски, печали, радости гора. Берег грусти в море злости, островок добра. Где плет тонкие одежды, ветер за спиной. Страна надежды с верою страной. Мы резвимся, словно дети, от земли вдали. На лету не проглядеть бы нам страну любви. Чашка кофе, милый профиль, желтая свеча. Тают этой ночи крохи, ходики стучат, язычок свечи качает тени на стене. В такт мелодии печальной о тебе и мне.
все, что я могу. Спасибо за поддержку. Подожди, да? Поем. Не разговариваем, поем. Про следующую песню. Следующая песня. Автор Игорь Юдович. Хлопайте. Чтобы я не говорила, вы хлопайте. Вот вы когда много хлопаете, я могу молчать. А Светлана Первакова в переводе Шимбровской. Вот. Я даже вспомнила. Прямо вот так с лету. Молодец. Песня следующая не детская. А в какой тональности? Да в ля миноре. Понасочиняют в разных тональностях, то в параллельных, то из тональности в тональность. А потом спрашивают, в какой тональности? Я все время в ля миноре. Все время в ля миноре, да. Минувшей ночью мы готовились к зачатию. В семье со стажем мы прожили года два. Казалось простеньким само мероприятие, но от вопросов закружилась голова. Подумать даже страшно, что в некоторых семьях заводятся детишки прямо так в угаре страсти. Ведь это очень важно, спланировать рождение, чтоб получилось полностью продуманное счастье. Сперва заспорили про пол и про количество. Мужа ждал мальчика и рвался хоть сейчас. А я хотела дочерей еще в девичестве, причем двойняшек, чтобы отмучиться за раз. Муж, не стесняясь даже вида неприличного, кричал, что к бабскому засилью не готов. Кому он сможет завещать автограф Кинчева на черно-белой фотографии Битлов? Первый час, когда я несколько устала, я ему дала чуть-чуть себя уговорить.
И только-только на места все вроде встало, но возникла мысль, сыночка, имя обсудить. И началось, я захотела, чтоб Евгением был в 5Б один красавчик заводной. А муж свое Трофимом будет без сомнения, чтоб в честь певца, ну и в честь деда заодно. Пришли к консенсусу, придется делать Вовочку. Четвертый час, пора идти на компромисс. Без лишних споров утвердили цвет колготочек, пасончик памперсов, и тут мой муж завис. Потом спросил, куда я, собственно, хотела бы кроватку детскую в квартире разместить. Но я припомнила ему ремонт не сделанный. Потом я плакала, а муж ушел курить. Мы помирились к 6:30 окончательно, вдруг осознав, что сын важнее, чем ламинат. И все могло уже сложиться замечательно, но тут будильник затрезвонил не в попад. Подумать даже страшно, что в некоторых семьях заводятся детишки прямо так, в угаре страсти. Ведь это очень важно, спланировать рождение, чтоб получилось полностью продуманное счастье. Сегодня вечером опять в постель завалимся, и завершим не кстати преданный полет. Ведь нам осталось обсудить образование и к долгожданному зачатию вперед, и к долгожданному зачатию вперед. Ну, перед тобой же. У нас сегодня одна подруга родила спланированное пятое счастье. Вот. Жалко, что мы не можем ей никак передать, что это. Надо было. Поем им отдельно. Ну, чуть-чуть лирики. Мы тоже не смогли от нее отказаться. Все больше нежности и хмеля, все больше мягкости и дремы в ночном блуждании метельном. В округе улиц, в круге дома, все ближе давняя усталость, все неразборчивее. Обняв за плечи, любовь задумчиво ступает, найдя единственную встречу, не засыпает. И невозможно отогреться, уснув предутренней метели. И для единственного сердца нет колыбели. И для единственного сердца нет колыбели. Автор этой песни Елена Фролова. А то мне опять не объявили. О, я как раз поговорить, да, хочу?
Я поговорила. Ну, может, я же боюсь. Может, хотя бы авторов объявим следующей песни. Сергей Никитин. Юна Морец. Юна Морец. Влюбленными людьми любовь идет, как привидение. И перед призраком любви попытка бить на снисхождение. Какое заблуждение! Любви прекрасная рука однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пение в каждом дверце. За невлюбленными людьми любовь идет, как привидение. Сражаться с призраком любви, брать от любви освобождение. Какое заблуждение! Все поезда, все корабли летят в одном семейном круге. Они сообщники любви, ее покорнейшие слуги. Дрожь всех дождей, пыль всех дорог, соль всех морей, боль всех разлук. Вот ее кольца, кольца прозрачных рук, крыльев прозрачных цвет и звук. За невлюбленными людьми любовь идет, как привидение. В словах любви, в слезах любви сквозит улыбка возрождения. Улыбка возрождения. И даже легче может быть с такой улыбкой негасимой, быть нелюбимой, но любить, чем не любить, но быть любимой. Дрожь всех дождей, пыль всех дорог, соль всех морей, боль всех разлук. Вот ее кольца, кольца прозрачных рук, крыльев прозрачных свет и звук. Вы еще не устали? Сомнение в голосе. Что-то прям, да, что-то тихо сказали, нет. Жалко, что один сказал. Жалко, что один из всех не устал. А мы все равно еще немножко лирики, потому что эту песню мы готовили в прошлом году первый раз, и мы еще, она нам еще не надоела. Поэтому Ирина Богушевская. Терпкий горячий мед, солнце через облака, в тайную страну счастливых близок ход, но ключи в твоих руках, мой любимый, как легко бы в этот рай вошли мы, он нас ждать может в час любой.
но на пороге той страны, где можно быть как боги, мы все не встретимся с тобой, моя печаль, моя любовь. Счастье — это радугой укрытый край, где не властны смерти страх. Где меня обнимешь, там и будет рай, все ключи в твоих руках. Мой любимый, как легко тот рай мы обрели, мы лишь сделай шаг, врата открой. Но на пороге той страны, где можно быть как боги, мы все не встретимся с тобой, моя печаль. Счастье — это на двоих один билет в радость и покой на века. Где люблю, ты скажешь, там и хлынет свет, все ключи в твоих руках, мой любимый. На пороге той страны, где можно как боги, мы все не встретимся с тобой, моя печаль, моя любовь. Может быть, в апреле, может, в январе, ты как пароль промолвишь там, и в этом дне останемся, как в янтаре, мы, обнявшись навсегда. Мой любимый, если только слышишь, помоги мне, сделай шаг, врата открой. На пороге той страны, где можно быть как боги, встретимся ли мы с тобой, моя печаль, моя любовь. Тоже песня посвящена моему любимому. Написана моим любимым. Я. Следующая песня — слова Игоря Дойча. Мы поменяли местами. Сейчас новая песня. Все испортили. Нет, мы не испортили, мы вообще. Задумку мою не знаешь. Я хотела загадку загадать. Я просто... Надо предупреждать заранее. Просто то, что мы поменяли местами, она действительно посвящена любимому. Я как бы растерялась. Что, Таня, любимую, что ли? Нет. Я объясню. Я просто сказала, Оля, я лично говорю мало, но вот перед этой песней. Но поскольку я не сказала Оле, что я хотела сказать, и оказывается, не перед той песней вообще. В общем, короче говоря... Что я хотела сказать? Я хотела загадать загадку. Я просто тоже думала, пока мы готовились. Мы же вот, я вначале же сказала, что песни довольно известных авторов, и они прямо вот узнаются. В принципе, кто вот разбирается в бардовской песне, да, может легко отличить Акуджаву от Городницкого. И я хотела загадать загадку, а следующего автора вы угадаете. А Оля все испортила, и я тоже все испортила. Ладно, неважно. Короче, надеюсь, вы угадаете этого автора. Давайте так, вы ничего не слышали. Нет, но раз уж загадка раскрыта, я скажу свое возмущение, имею право. Кто был на прошлом концерте год назад, я очень сильно возмущалась, что нам за 10 дней до концерта дали стихи и песню. На песню у нас было 2 репетиции. Нынче он себя переплюнул. Он за неделю нам дал стихи, и репетиция у нас была всего одна. Поэтому сразу извиняйте. Хорошо, что одна песня была или одна репетиция? Ну да.
В общем, Таня, не надо таких установок вообще. Я придумала ей название, а Игорь говорит, скажи тогда, откуда название происходит. У Висбора есть песня о соотношении возвышенного и земного. Вот, а мне показалось, что это песня о соотношении желаний и возможностей. Почему бы так и не назвать? Именно. Года идут, увы, и очень быстро, но мы стареем медленно, пока. Пока еще почти что оптимисты, а если пессимисты, то слегка. Когда-то ведь все было по-простому, где заболит, подуй или погладь. Теперь анализируем симптомы, чтоб на приеме было что сказать. Теперь не парикмахер с визажистом, теперь нам кардиолог стал своим. Но не у всех еще специалистов, пока мы на учете состоим. Диета стала камнем преткновения, все острое поджаристое в нас не вызывает слюноотделения, а может, просто кончилась слюна. Возможности, конечно, подустали, а уж желаний в попе фитили. Желания орут, ну чё, погнали. Возможности кряхтят, ну что ж, пошли. Не устают две стороны медали. Об этом каждый день надо напоминать, но сколько б нам года не насчитали. В душе нам 20, ой, ну ладно, 35. В душе нам 20, ой, ну ладно, 35. Ну да, здоровье неуклонно тает, заколет бок, колено подвело. Но мы во сне пока еще летаем, сомнительным анализом назло. О подвигах былых воспоминаниям остались в фотографиях у нас. Но если распланировать заранее, на подвиг мы согласны хоть сейчас. Вон гляньте-ка на мужа на диване, как мусор вынести, что только не болит. Но предложение по пивку и в баню излечивает вмиг радикулит. И мы, как раньше, фестивалить рады, и сутки за гитарами не спать. Но чтобы это выдержать, нам надо потом на сутки рухнуть на кровать. Возможности, конечно, подустали, а у желаний в попе фитили. Желания орут, ну чё, погнали. Возможности кряхтят, ну что ж, пошли. Не устают две стороны медали, об этом каждый день напоминать. Ну сколько б нам года не насчитали. В душе нам 20, ой, ну ладно, 35. В душе нам 20, ой, ну ладно, 35. Ладно, будем реабилитироваться старыми песнями. Автор новый, Игорь Юдович. «Колыбельная мужчине». Мой милый, мой красавец, мой мужчина, разметавшись в тусклом свете фонаря, милый колется недельною щетиной и храпит, как 33 богатыря. Уберу с лица тихонечко ладошкою все тревоги и дела былого дня. Над тобою сны витают про хорошее и надеюсь про любимую меня. За полночь стрелка за стрелкою гонится, время наивных смешных мелочей, как
бессонница, если она на любимом плече. Спи, мой милый, мой такой большой и сильный, обниму свои любимые места. У других пускаю самых раскрасивых, нет уютного такого живота. Супермены, супермускулами гордые, извините, вам со мной не повезло. Эти мышцы не назвать буграми твердыми, но зато на них мне мягко и тепло. За полночь стрелка за стрелкою гонится, время наивных, смешных мелочей. Как же бывает приятно бессонница, если она на любимом плече. Спит мой милый и во сне бормочет спящий, чье-то имя вспоминает, вот ведь жук. Не волнуйся, идеал ты мой храпящий, спи спокойно, я твой сон посторожу. И когда опять проблемами загружены, ты придешь с работы сумрачный и злой, я куплю тебе бутылку пива к ужину, и плохое все уйдет само собой. За полночь стрелка за стрелкой угонится, время наивных смешных мелочей. Как же бывает приятно бессонница, если она на любимом плече. Мы не собираемся переставать песни этого автора петь. Живя с одним и тем же мужиком, вдруг ловишь иногда себя на мысли, что он уже привычен и знаком, и даже в принципе хорош, хотя и лысый. И тут же вспомнится какой-нибудь момент, как он особенно был пупсиком и душкой. И ты отправишься купить ему презент за то, что вам так было здорово друг с дружкой. Вот так, решая простенький вопрос, что дарят в этом случае мужчинам, проблему выбора я вляпалась всерьез. Зато есть повод погулять по магазинам. Быть или не быть, дарить или не дарить, трусы банально, носки неромантично, парик прикольно, но откажется носить, коньяк опасно, а французский непрактично. Подаришь ноутбук и в тот же день его затянет мировая паутина. Парфюм не стоит, будут все, кому не лень, потом обнюхивать, как пахнет мой мужчина. Магнит бюджетно, но эффект не тот. Электродрель не очень романтично. Рога оленьи, а вдруг не так поймет. Хотя смотрелись над камином бы отлично. Купить остросюжетный детектив, так он часами будет виснуть в туалете. Отвертку, плеер, галстук по пути. Я, чтоб не нервничать, себе взяла браслетик. К нему еще пальто и сумку в цвет, и, наконец, пузырь мартини в довершение. Ведь для мужчин подарка лучше нет, чем видеть женщину в прекрасном настроении. Сейчас глотну мартини, а потом его пораню, да так, что станет жарко. Войду, разденусь, обвяжу себя бантом,
и пусть попробует остаться без подарка. Спасибо автору. Инга мне задала задачку. Вспомнить автора следующей песни. Нет, ну просто мы хотим закончить песней не нашего автора. Так получилось. Но я даже вспомнила. Игорь Луньков. Репетиция разлуки, репетиция обмана. Нашу нежность на поруки отдают сырым туманом. Пусть они ласкают тайно отношений наших плесень, бормоча слова случайных песен. Бормоча слова случайных песен. Кто неверною рукою исчеркал сценарий судеб, непосредственность игрою не была, но скоро будет. А в самом делешной печали ноты в музыке обмана, чьи окошки вы стучали рано, чьи окошки вы стучали рано. Наша грустная премьера надежда, там и вера, лишь любовь сюда не звали. Но она, как ученица, притаилась на галерке, чтобы снова удивиться, Горько, чтобы снова удивиться, Горько. А потом всегда с аншлагом выступали, и не раз мы махали белым флагом, объясняли все не связано. Кто поверит в то, что пьесу сыграли столь искусно, что в сюжете всем известно пусто, что в сюжете всем известно пусто. Наша грустная премьера, все всегда в неполном зале, где надежда, там и вера, лишь любовь сюда не звали. Но она, как ученица, притаилась на галерке, чтобы снова удивиться, Горько, чтобы снова удивиться. Так сразу и надо было с ре минора, и не запутались бы. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы провели с нами этот вечер. За то, что вы были такими прекрасными слушателями. Потому что если бы не вы, ну, собственно говоря, тогда зачем бы все вот это вот надо было? Нам для себя скучно петь, нам для вас веселее. Вы смеетесь. Спасибо. Интересно, угадаете ли вы автора песни на бис? Нельзя сказать, чтоб я хотела замуж, так вышло. Он позвал, я согласилась. Родители вздыхали, что пора уж, ну вот вам наслаждайтесь, завершилось. Особенно
меню и выбор платья. Я к жениху была неравнодушна, но думала, надолго ли объятья. Нельзя сказать, чтобы это было плохо, а пару раз и вовсе фантастично. Но я ждала какого-то подвоха, ведь все твердят, что мужики двуличны. Ах, доля современная приятна и легка законом о защите потребителя. Но где бы мне гарантию найти на мужика, чтобы, если что, вернуть производителю? Пара-пара-пара-пара-пам-пам-пам. Нельзя сказать, что я была наивной, я даже ездила за ним в командировки. Но он не пил и не гулял противный, а все дарил букеты и обновки. Нельзя сказать, чтобы я других хотела, я год от года в этого влюблялась. Но я читала книги и ревела, что вдруг я принца все же не дождалась. Ах, доля современная приятна и легка законом о защите потребителя. Но где бы мне гарантию найти на мужика, что, если что, вернуть производителю? Нельзя сказать, что было все напрасно, но позднее тревожит сожаленье. Ах, как бы жизнь моя была прекрасна, когда б ее не тратить на сомненья. Доля современная приятна и легка законом о защите потребителя. Ну где бы мне гарантию найти на мужика, чтобы, если что, вернуть производителю? Пам-пара-пара-пам-пам-пам-пам. Пара-пара-пам-пам-пам. Ну где бы мне гарантию найти на мужика, чтобы, если что, вернуть производителю? И еще раз всем большое спасибо. Спасибо.